Всем привет! Я сегодня вам покажу, как разобрать калипер от гидравлики Shimano Dior M615. Вот на одном я уже выкрутил, ну, снял поршень. Вот резиночка. Вот здесь стоит она внутри. А здесь еще предстоит мне снимать. В принципе, снял очень легко, без всяких сложностей. Как все происходило? Значит, раскручиваем, значит, вот этот болтик, который вот здесь стоит. Выкручиваем его и снимаем гидролинию, получается. Так, сейчас я ее уберу. Снимаем гидролинию, убираем ее в сторону, и получается у нас вот так вот две части. Мы разбираем, выкручиваем два болтика, которые здесь держат, разбираем, получается. Потом, получается, мы берем вот так вот одну половинку и берем, получается, я взял, например, ниппель автомобильный, вставил вот так вот в насос, закрутил с одной стороны, а вот эту часть, сейчас покажу, вот эту я закрутил вот сюда. Вот так вот я закрутил и просто тряпкой обмотал, где сам поршень, чтобы он не вылетел, и начал качать насосом напольным. Напольным насосом начал качать, и просто поршень вылетел-то, и все, в тряпку. В принципе, ничего сложного. Вытащил, помыл в средстве там типа гала или для посуды. Все, сейчас буду ставить, ну, обратно. А еще вторую половину тоже разберу и помою, и буду собирать обратно. В принципе, ничего сложного. Так, вторую сторону калипера я уже тоже разобрал. Вот, получается, как видите, поршень. Я его вытащил. Немножко было чуть-чуть сложнее, чем с первым. Но, в принципе, тоже разобрался. Взял вот такую трубочку, кусок. Отрезал, запихнул вот вовнутрь сюда, в дырку, где закручивается. И снял вот это с трубки от насоса шланг, поставил вот сюда, вот так вот. А вот здесь обязательно дырочка. Я запихнул вот такую железочку сюда, тряпкой обмотал, и все, накачнул два раза, она вылетела.